Саяногорскую больницу поступил новый современный томограф. Заработает аппарат только в конце ноября. Помещение, где будет стоять томограф, необходимо расширить и отремонтировать. Сегодня на здании Минтранса Хакасии появилась мемориальная доска. В камне увековечили Николая Надточия. Почти 50 лет назад он принял руководство над дорожной отраслью республики и в советское время вывел ее в лидеры по Сибири. Завтра в Абакане состоится открытый турнир по бальным танцам. Он проводится уже в пятый раз и соберет около сотни пар участниц. Больше половины представят республику. Остальные съедутся из соседних Красноярского края, Иркутской и Кемеровской области. В России появится новый закон о госзакупках. В Минэкономразвитии признают, действующий механизм работает с перебоями, и без торгов уходят 70% заказов, сообщает российская газета. В одной из детских больниц Красноярска работали сотрудники с уголовным прошлым, сообщают краевые информагентства. Например, массажист привлекался за избиение ребенка, сторож не раз сидел за кражи, а врач-анестезиолог за хулиганство с применением оружия. Сейчас четверо уголовников уволены, остальных от работы отстранили.